Инвертный сироп получают путем нагревания водного раствора сахара с кислотой. При этом происходит процесс инверсии, заключающийся в расщеплении сахарозы на фруктозу и глюкозу. Для инверсии используется кислота, в нашем случае лимонная. Инвертный сироп обладает антикристаллизационными и влагосвязывающими свойствами, что увеличивает срок хранения изделий без потери качества. Кремы, сахарная помадка и другие изделия, изготовленные с использованием инвертного сиропа, не засахариваются в процессе хранения. Инвертный сироп можно использовать вместо кукурузного сиропа, кондитерской глюкозы, кленового сиропа, патоки. Смотрите рецепт, я расскажу, как приготовить инвертный сироп. 1. Для сиропа понадобится сахар, вода и лимонная кислота. 2. Сахар положите в кастрюлю и залейте горячей водой. Доведите до кипения, всыпьте лимонную кислоту, растворите ее. Сироп варите около 20 минут, но кипеть жидкость не должна, лишь медленно-медленно иногда пускать пузыри. Доведите сироп до 109-110 градусов. 3. Готовый сироп по консистенции должен быть жидким, как мед. Цвет от светло-золотистого до янтарного. После остывания сироп станет заметно гуще, поэтому следите, не переварите. 4. Сироп разлейте по баночкам, закрутите крышками и храните в холодильнике до 3 месяцев. 5. Готово.